Доброго дня всем пчеловодам, особенно начинающим и любителям чего-нибудь помастерить своими руками. Вот мне попал в руки вот такой вот ящичек. Это привезли мне военные с передовой. Это с какого-то вооружения, не знаю с какого. Ну, ящик красивый, мне понравился. Вот, я решил с этого ящичка сделать ящики для переноски рамок. Вот, как мы видим, ящик добротный, оббитый железом. Что-то так он открывается. Вот там вот такой вот внутренний мир. Не знаю, что здесь было. Вот. Я решил с него сделать два ящичка. Как раз тут пополам, если его разрезать. Я уже померил, и будет готовый ящик. Ну, они у меня уже готовы. Просто я вам показываю, это у меня запасной лежит. Я вам показываю, как я сделал уже. Я уже сезон пропользовался. Ящики получились хорошие, но один только недостаток. Они очень тяжелые. Их надо возить надо их на тачечке. Как видим, получились два вот таких вот ящичка. Красивенькие. Оббитые железом. Вот так я их открою. Сейчас покажу. Вот тут рамочки. Вмещаются 5 штук. И здесь я тоже. Здесь 6. Вот. Вот таким образом я сделал крепление. Это ремень автомобильный. Прикрутил, чтобы не так на плечо давило или руки. Ящик получился добротный. Железом оббитый на века, как говорится. Хороший ящик. Но его носить тяжело, а возить в самый раз. Они плотные, пчелы в них не залазят. Вот такие вот ящички получились у меня. Рекомендую, делайте сами своими руками. Сейчас у нас время дуже тяжелое. Всего не накупишься. Вот как-то так.